Здравствуйте. Расскажу вам об инструменте для штрабирования. Самым главным инструментом при штрабировании стен являются очки. Цена очков в миллиарды раз меньше цены зрения, стоимости зрения, его лечения, восстановления. Поэтому это является самым главным. Берегите свое зрение. Вторым инструментом по значимости это является пробник. Для проверки скрытой проводки в стенах. Так как удар электрическим током тоже очень неприятен, а также разрушение проводки и восстановление имеет большую стоимость. Так что вооружитесь еще небольшим пробником и перед штрабированием всегда проверяйте наличие скрытой проводки. Следующим по значимости я бы назвал перфоратор. Цена перфоратора от стоимости работы с зубилом обыкновенным, ну, где-то идет 1 к 100. То, что вы можете сделать перфоратором за час, зубилом и молотком, вы сделаете за 2-3, а то и больше. Перфоратор очень прост в обслуживании, цена его, в принципе, небольшая сейчас. Насадки бывают абсолютно разные. Вот здесь представлена вот такая насадка. Устанавливается очень просто. Все. Имеет небольшой ход, все нормально, на месте. Все, это перфоратор. Дальше хочу остановиться на машинке по разрезанию стен. Называют ее турбинкой, болгаркой, как угодно. Я, честно говоря, в названиях не разбираюсь, но все хочу здесь остановиться. Это самая страшная машина. Пользоваться ей надо только в крайних случаях. И никогда не снимайте защитных кожух, первое. И второе, следите за исправностью диска, чтобы диск был без трещин. Без каких-то впадин, выбоин, потертостей, каких-то таких вот внешних, чтобы кромка была ровная. При малейшем подозрении о нецелостности диска сразу его меняйте и не работайте неисправным диском. Два раза, я знаю, разлетались диски, только защитный кожух и наличие защитных перчаток, очков и головного убора спасало людей от травм. Все. И работать надо очень аккуратно и осторожно. И самый простой вариант штрабирования стен – это молотки. Я иногда использую стамеску. Да, хочу отметить, что весь инструмент должен быть исправным. Неисправным инструментом при штрабировании работы запрещено. Это опять же связано с техникой безопасности. Так, про стамеску. Стамеска – это у меня очень давно. Я в основном ей штрабирую, пробиваю какие-то штробы, подходы. Там, где перфоратором, зубилом большим подойти, очень сложно. И где-то, если рядом где-то проходят какие-то коммуникации, и где надо что-то очень аккуратненько раздолбить. Я использую стамеску. Она у меня исправная, работает уже давно. Я, в принципе, для этого использую. Для каких-то мест, куда подлезть перфоратором, каким-то вещами невозможно, можно использовать обыкновенное зубило. Но в основном можно его использовать для труха, каких-то больших кирпичей, каких-то больших площадей. Просто вбивается в щель и разбивается кладка. Молотки. Молотки. Здесь вот молоток, в принципе, неправильный, потому что здесь для штрабирования, когда используете молоток, должна быть защитная накладка металлическая, чтобы не ранить это место. Вот здесь тоже молоток представлен. Он этот легкий молоток. Он хорошо работает вот с этой легкой стамеской. Все, в принципе, про штрабирование. Спасибо.